Доброго времени суток, вы на канале Europlay, у микрофона Виват. Мы продолжаем наше приключение Сталкер Тень Чернобыля в рамках рубрики Старое Доброе. Ну что, добрались мы до радара, это можно сказать прямая дальнейшего прохождения игры. Остался радар X10, центральная Припять ЧС-1 через 2 вместе с саркофагом и бумом. Дополнительных квестов здесь, в принципе, уже не будет. Будет в основном боевка, боевка и боевка. В момент, когда игра переходит в чисто такое шутерское составляющее. А где ребята из Монолита? А, вот кто-то появился. Во всяком случае, на ПДА. Ну, здесь уже ближний будет проще на ГЛ перейти, джишку. Зачем так грубо? Второй? Третий? Знаешь что? А ничего. Я тебе с пистолетика. Мужик, я тебя достану. Как вы активно прячетесь-то? Не такой уж и тупой здесь интеллект. Вот. Артефакт. Здесь еще один артефакт может выпасть в одном из этих вот ящиков. Ладно, я не буду их разбивать, ковырять, просто дальше пойду. Единственное, что можно попробовать разбить, это... Ну ладно, а бронебойные возьму. И вот эти две аптечки. Двинули дальше. Здесь у нас будет снайпер, и здесь вот еще тело мастера лежит. У него может даже тайник дропнуться, повезет. Оп-по-по-по-по-по-по. Ты где? Так, надо на одиночный режим переходить. Зомбаки. Так, снайпера. О, поливает такая. А что, устроим снайперскую дуэль? Ты где там? Я тебя просто не вижу. А, вот, вижу. Бух, ты не туда смотрел, ты проиграл. Парочка зомбированных, я одного только убирал. Спать. Ух уж не этот рыжий лес. Давай-ка свинтореза попробую пощелкать. Еще снайпер. Это тот, который там будет в грузовике сидеть. Слева показалось, что ли, кто-то был. Минус. Ловушка. Артефакт, мне он не нужен. Здесь броник будет.
Но мне все это не нужно. На самом деле я хотел в лес этот податься. Прежде чем податься в лес, сделаем вот так. Перезаписались. О, это даже не армейские склады уже. Радар. Вот так будет правильней. Все, двинулись. Снорки. Пси-собака, зараза. Кто у вас? Да не дергайся ты. Умрешь уставшим. Артефакт. Надо, короче, идти вот вдоль вот этих вот скал. И можно будет найти артефакты. Один из них мне нужен будет. Пригодится для восстановления брони. Что это у нас? Это золотая рыбка у нас. Не то, чтобы нужно было. Но то мне вообще не нужно на самом деле. Тихо, тихо, тихо. В аномалию не лезем. И двигаемся дальше. Обходим, обходим. Вот там сверкает, вероятно всего. Манит. Вот она. Это забагованные. Потому что у нас тут батарейка, другая пустышка называется. Там дальше артефакт лежит, который пустышка, но называется также батарейка, хотя имеет свойства пустышки. Это зомбированные, да? Да. Вот они. Ребятки, вы, кажется, забыли сдохнуть. Это не снимается там. Я, по-моему, просто в текстуру какую-то попадаю там. Ага, походу, что так и было. Двигаемся так же дальше. Через лес. Можно избежать части боевки, если двигаться через лес. Я не найду эту пустышку, которая забагованная на самом-то деле. Она где-то здесь лежит, я конкретно просто не помню место. И она может еще так через землю провалиться. Поэтому не буду заморачиваться. Переходим в состояние, когда игра уже превращается в чистый шутан. По идее, мне в принципе только патроны подбирать с вражины, все. Вот эти я не буду использовать пока что, во всяком случае. Хотя такими темпами мне на ЧС вряд ли патрон хватит. Ну ладно, это все мелочи. Ладно. Не встретил, я думаю, случайно встречу забагованный артефакт. Но раз не встретил, специально искать не буду. Просто уже, чтобы сократить время прохождения. Тихо! Брык. Два. Покажись. Три. Тихо, 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 тихо. Кровосос, зараза. Здесь снайпер сидит. Прострелил все-таки. Это-то.
снайперские патроны. Вот их я так как раз заберу. Нет, не понял. Половину радара просто обошли, игнорируя все их навязанные боевки. Жратвы у меня нет. Ладно, двинули дальше. Так, привет, ребятки. Бабах. И... Ну все, уже пошло это пси-излучение. Фантомы. Оп! Я и забыл про вторые бочки. Да вы издеваетесь. Второй. Второй, я же знаю, что второй есть. Не надо. Вот так. Восстановим себе хпшку и двигаемся дальше. Ага, сейчас. У меня звук пропал. А, нет, все окей. Отличная эта винтовка на самом деле. Так, тут снайпера будут. Я же знаю, что там есть. Пать. Так, это второй, это первый. Ты не в ту сторону стреляешь, друг. Там еще третья была вышка. Как же всего колбасит-то? Помню, что была третья вышка. На ней никого нет. Идем на винторез. Так, у тебя я подниму патронов снайперских. Они мне пригодятся. Скушаем антирадик. Ну куда ты убежал? Я так не играю с вами, покажись. Вас там дофига, я знаю. Фантомы эти сейчас будут больше мешать. Так, ну. Давай, 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 выходи. Ты ж меня увидел. Уж должны атаковать, уж фанатики. Брякс. А, стоп. Ой, не то. Угу, вот он. Я помню про тебя. Я, может, не про всех помню, но про тебя-то я помню. Отстаньте от меня, фантомы, блин. Так, типа стелс, типа играем. Здесь кто-то есть. Минус. Двигаемся. Да-да-да. Получаем с минус задание, отлично. Вот только я давно не перезаписывался, надо срочно это сделать.
Тихо. Не надо так неожиданно. Они там будут у входа. Да чтоб вас, я из-за этих фантомов уже нифига не вижу. Я думаю, всех не будем перестреливать, оставим это воякам. Блин, не попал. Суетиться, суетиться. Давай, иди сюда. Вы что со всех сторон там, блин? Так. Шумиху я поднял, конечно, знатную. Хотел по-тихому проскочить. Там еще кто-то живой, что ли? Так, спать. Всем спать. Да что ж вы все с этими патронами, которые не под мою винтовку. Ну, в принципе, мне сейчас они не нужны. Так, где сейчас будут из этих выходить? Так, вот за этим будет точно. Спать. Так. Ну, с ЛР-кой не страшно. Ближе подойдем. Выходи. Ну, не хочешь сам выходить, я тебя сам выведу. Один остался. И добро пожаловать в X10.